Военно-оркестровая служба Вооруженных сил Российской Федерации. Многие командиры считали музыкантов бездельниками. Как во время Великой Отечественной войны оркестру службы удалось освободить город? Музыканты на войне совершали подвиг ежедневно, ежечасно, ежеминутно, наравне с другими солдатами. И что объединяет военных музыкантов с солистом группы «Рамштайн»? Узнаем в программе «Легенды музыки». «Легенды музыки» в субботу в 11:45.